Когда узнал, что выйдешь в стартовом составе? Узнал сегодня на прогулке. Гинтер сказал готовиться к игре, что буду играть. Был очень рад этому. Насколько тяжело вратарю с такими командами играть, когда мало моментов? Ну, сегодня было, конечно же, не тяжело. Сегодня больше играл ногами. Там было буквально пару ударов по воротам. Но в этих матчах очень важно сыграть на ноль, надежно в обороне. Ну и, конечно же, мы сегодня много забили, что очень радует. Хотя и не получилось забить у Дзюбы. В концовке был момент у Сан-Марино такой. Опасно было или на самом деле все было под контролем? Мы говорим про тот, когда перекидывать пытался игрок Сан-Марино, или когда он пробил ближний угол? Когда пробил ближний. Ну, когда пробил ближний угол, я просто стоял и спокойно, надежно отбил его. Поэтому особо опасности не было. Может быть, если бы он пробил в угол, там умудрился бы пробить, то, может быть, и были какие-то сложности. Но в этой ситуации ничего сложного не было. Подведи, пожалуйста, итоги отборочного цикла. Я бы хотел сказать, что наша команда выступила успешно, и я бы хотел поздравить нашу страну с тем, что мы на чемпионате Европы. Да, у нас не самая простая сейчас будет, скорее всего, группа, но, тем не менее, у нас будет праздник, и я уверен, что сейчас нужно подготовиться очень хорошо к весенней части, каждому игроку на максимуме отработать и готовиться к чемпионату Европы, который будет, я думаю, что непростой.